14 октября 1992 года судебная коллегия по обвинению Чикатило Андрея Романовича именем Российской Федерации. Приговор будет оглашен полностью. Начальник уголовного розыска города Ангарска, майор Лепягин Эдуард Константинович. У вас здесь убийство женщин. Возможно, орудует маньяк. Мы будем снимать репортаж «Криминальные хроники России». Отправляешься в Ангарск немедленно. Делай там, что хочешь, но через 2 недели, чтобы были результаты. Орудует маньяк-убийца. Все жертвы женщины. И пока никаких зацепок. Мне очень нужна твоя помощь. Еще один день мусорку. Не зря мне Чикатило все время мерещится. Как будто черт какой-то сидит где-то. Обнаружены частицы ткани. Но из такой ткани не шьют куртки. Зато шьют спецодежду и форму. Он где-то рядом, все время рядом. На этой трассе он убил более 10 женщин. В городе ситуация близка к панике. Кто убивает? Зачем? А зачем Чикатило убивал?